Вот еще я отстояла 12 ватт, а я заменил на 1 мегаом резистор на второй обмотке. Теперь уже тут РМС 60 где-то милливольт, 60 милливольт. Ой, я высчитал, что-то получается 90 вольт на резисторе, и получается выходная мощность 5,4 ватта. На резисторе он действительно очень быстро нагревается. Но ток потребления тоже в расчет. Это какой-то писк является. Или это ферритрещит, такой шум какой-то, треск, шум. Или это пробивается вот эта обмотка, она что тут межвитки пробиваются, он как-то трещит. Вот ток поднялся. Вот он как-то шипит. Теперь уже вот этот прибор им уже, наверное, не удастся замерить. Тут 400 миллиампер предел. Все, может, и удастся. Вот я посмотрел, потребляемый ток 300 миллиампер теперь. 301 миллиампер. Я не буду показывать, что тут. То вдруг там обмотки пробиваются, чтобы не попортились. Вот. 301 миллиампер. И умножить на 24 вольта, даже не на 25, а на 24, получается уже 7,2 ватта. А на выходе 5,4 ватта. Конечно, может, тут какая-то мощность выделяется, но думаю, тут мизерная мощность. Можно ее не считать. Холодный, там на нем ничего там не выделяется.